Это стеклянная прозрачная дверь. Но только, как сказал Винни-Пух, очень странный предмет. Его нет, и он есть. Она словно, поэтому она ни хера не закрывается. Вон, она вываливается сразу. Поэтому от закрытия нету, звук не изолирует. Если зимой не починить, то нахрен будет продувать и холодно. Поэтому это херовая дверь, но зато стеклянная. И если хорошая, то можно смотреть на улицу зимой и не бояться замерзнуть. Но это хер... И всем привет! Сегодня мы играем такую игрушку, интересную инди-игрушку стоимостью $10 в Стиме. Называется BitHazard. Это игра такая, аэр-шутер. Все такие игры, наверное, помнят. Очень часто они на Денди были, да и на телефоне, когда самолетик летит, и вы просто отбиваетесь от всяких объектов летающих и враги. Но эта игра и отличается тем, что игра полностью зависит абсолютно от того, играете под какую вы музыку. То есть без музыки вы не можете начать. Вам надо для начала выбрать ту музыку, под которую вы будете играть, и далее игра будет адаптироваться под ритм этой музыки. Будут враги двигаться все быстрее, то медленнее. У вас удары будут сильнее, слабее. Все будет зависеть полностью от музыки. В этой игре можно играть и вдвоем на одном компьютере, можно и онлайн играть, можно и синглплеер. Но я буду играть без музыки, так как тут авторские права, и мне все, скорее всего, запретят сразу же видео. А так мы сыграем в онлайн-плее с моим другом Витей. Он будет с музыкой играть. Ну, ай-яй-яй, назад, надо не индексировать. Да-да-да. Почему-то индексирование музыки доступно лишь для синглплеера, почему-то для мультиплеера она не отображается. Также можно, тут в начале уже есть 23 трека, но можно включить еще радио. Радио это надо зарегаться на их сайте и просто подтвердить синхронизацию со Steam, как его делают во многих сайтах, допустим, Dota Long или DeWar. Итак, ну вот мы заходим в игру, создать публичную игру, вы видели. Теперь я нажимаю на буковку N, ну тут все видно на интерфейсе, что надо сделать, чтобы пригласить друга. Итак, N, invite, и просто нажимаем на пригласить, и данный игрок приглашается в эту игру. Да, ему пришло сообщение, он подключается, до сих пор подключается. Все, он зашел. Далее мы видим, что мы можем выбрать любой трек. Вот, ну тут это стандартные, вот их много, тут уже написаны рекорды, это мы вчера играли. Засчитывается трек только если вы его полностью прошли и умерли, а нет, это засчитывается только если вы играли его в синглплеере. Итак, вот мы можем выбрать трек. Далее на буковку V или русскую M мы можем выбрать особенности игры. То есть есть кооперативное прохождение, то есть у вас ограниченное количество именно, допустим, ХП и бомб. Нет, стоп, бомба и так ограничена. ХП. Вы можете умереть именно определенное количество раз. Очки, да, совместные идут. Потом идет сражение. Один на один. В данном моде у вас бесконечное ХП, только вы после смерти теряете все накопленные бонусы, и сражение идет именно на очки. Очки идут раздельно. И бесконечная жизнь. Босс Раш. Это вы играете просто против босса обыкновенного. Он летит такой большой. Конечно же, будут и побочные враги. Но у вас также ограниченное ХП. И Сурвиал. Это тоже ограниченное количество ХП. И просто выжить надо. Он, в принципе, похож на кооперативный, только у вас ХП будут раздельные. Ну, мы сыграем на head-to-head, один на один. Далее мы выбираем сложность. Есть easy, но мы поставим suicidal, просто так интереснее и более активно. Да, тут также есть уровень. За уровень вы качаете перки, но перки появляются лишь в магазине. Далее их придется покупать и ставить. Да, за деньги игровые. Там вы увидите, потом бонусики будут, и там падают, и в принципе очень быстро копятся. Вот это визуальные эффекты, но больше 100 не рекомендую ставить. Это просто будет такое месиво для ваших глаз, что у вас и приступы эпилепсии могут начаться. Ну далее, выбираем. Выключить перки, включить, и только выбрать те перки, которые будут работать. Ну, я включил. И вот, мы начинаем. Я музыку эту даже не слышу, а вот друг мой будет с музыкой играть. Играем на суицидовом режиме и поехали. Ну вот, начало игры, мы видим, что сейчас пока что все тихо. Ну это мы перки взяли, чтобы иксы были. Вот, тихо, видите, наши лучи, в принципе, достаточно слабые. Мы атакуем очень слабо, но и враги очень не сильно летят. Ну он как-то умер. Вот, видите, $10 я только что. Ну вот, и в принципе, как я понимаю, я опять умер. Теперь, то есть я умер. Я как понимаю, уже экшен пошел в музыке, да? А! Да ты тоже вообще-то сдох, так что... Нифига, ну сейчас я сдох. Ну вот мы видим, что уже началось, в принципе, такое месиво. Не забываем, что это суицидал уровень, поэтому здесь
все очень сложно, они летят еще и в большем количестве, чем на обычном уровне. Осторожней. Я понял. Надо мне и этот тоже перекачнуть. Ну, видите, что здесь происходит, непонятно что, в принципе. Очень тяжело иногда сориентироваться. Ну, вот мы видим бонус, я навел прицел на $10, только его подобрать не могу. На правую клавишу мышки у вас, возможно, есть такой супербомбу. Это вы бессмертный на короткое время, еще и стреляете. Еще и все взрывается. Бонусы, много бонусов. У меня X16 уже. И вот вылазит бонус. Я, пожалуй, взорву бомбу и отобью босса, чтобы получить больше очков. Ну, видим, что у нас, у меня уже 200 тысяч очков, у него почему-то 30... Неудачник. Хотя он вроде бы сдыхал, хотя я вот сейчас сдох. А, нет, я не сдох. Не ожидал. Да, блин, я умер тоже. Точнее, не умер тоже, а просто умер. Странно, ну ты какими-то ракетами стрелял. Да, ты говорил еще у тебя луч. Ну вот мы видим, что еще также от ритма музыки зависит даже цвета наших выстрелов. Потом это такой, можно сказать, живой эквалайзер. Вы играете прям в эквалайзере. Можно представлять, когда слушаешь музыку, что вот так вот все происходит. Вот так вот, вот так. Что? Только сейчас заработало? А, ну это походу пролагало. Вот мы подбираем усиление пушки, и также есть вол. Бонус вол, где его что-то не вижу ни одного. Да, блин, искал бонус, сдох. И, по-моему, его только что подобрал. Ну там написано вол вверх, вот. Вот-вот я навожу желтенький. Он. Это повышается громкость вашей музыки. То есть она будет играть интенсивнее, сильнее, и вы тоже будете быстрее очки получать, и вот... И опять, что ли, умер? Да нет, вроде... А, вот, вылазит еще один босс, такая какая-то тенкали, какие-то осьминог странный, непонятный. Ну, это вообще не осьминог. И бонусы я собираю, это нет. Да, как он меня убил, я даже не попал. Ну вот мы отстреливаем его, видим, что скорее что там. Громко сейчас играет. Музыка, говорю, сильно сейчас играет? Нет, вообще нет. А, странно, у нас просто лучи, в принципе, достаточно сильные. Потому что атака вообще полностью зависит от музыки. И вы... Когда затихает музыка, ну вот мы видим... А почему? Сколько музыка идет? Еще 6 минут написано? Или... Охренеть. Это мы 9 минут будем... Да, я не ожидал что-то. Я думал, поменьше будет. Почему я стреляю? Ну тут появляются враги, которые могут блокировать ваши атаки. Могут привязывать вас. Там такой магнит. Также есть те, которые просто блокируют вам выстрелы. Допустим, у вас попадает такая, вокруг меня, видели щит появляться? Именно не... Вот сейчас только что появился, я стрелять не мог. Блин, надо убить этого босса, он очень сильно мешает своими красными атаками непонятными. Меня зажимают, бомбы зажимают! Я не могу ничего сделать, я двигаться не могу, меня эти магнитят. Ну, конечно, под музыку это намного интереснее играть, чем вот порой просто так это превращается в такой просто самолетик, но просто очень... Да, вдвоем намного интереснее, еще даже кооперативное прохождение, ну или соревновательный режим. О, у меня две бомбы, супер набралось, отлично. Да, о, я получил какую-то ачивку, мультимиллионер, это я 5 лямов, наверное, в игре. А, нет, стоп, я больше уже набрал, я тогда не знаю, что это. Наверное, 5 миллионов выстрелов сделал за всю игру. Да, я видел ракетки. Нет, я ракетки видел какие-то. А, вижу. Да, блин, окружают тут неплохо. Не, потом скиллы лучше даже обычные. Кого обычный? Ну не А, суицидный ты имеешь. Да я хотел только один уровень сыграть, но сыграем тогда на легком какой-нибудь короткой песне, там минута три, которая идет. Пошли к черту, бомба. Я собрал почти все твои бонусы. Не 100%, ты как-то меня на 300 тысяч обгонял, я тебя почти догнал. Если бы я не сдох под конец, я бы у тебя мог тут... Все зависит от того, сколько ты умираешь. Иксы ж пропадают, когда сдыхаешь. Мне кажется, с перками не интересно играть, но... Да почему? С перками разнообразней. Нет, не скажи. И, смотри, у нас есть такой перк, мульти-дождь из этого. Он же падает, ты можешь, ты у меня вначале тоже воровал их. Тут почти все перки, ну разве что выстрелы, ну они иногда спасают и, допустим, твоего соперника. Тут, в принципе, перки большой такого не вносят. Они... Я видел, они автонаводящие. А чё за перк, как он называется, я его хочу себе туда... Но они хотя бы что-то наводятся, они отбивают. Тоже хорошо. Бомба!
Так я не знаю, чем юзнул, только метеориты сейчас были. Да-да-да, я видел там. Там бомба, во-первых, сильнее взрывается, а во-вторых, их изначально еще больше. Ну, у тебя сколько? У тебя две же бомбы в начале, а у меня три их было. А у меня три, я его взял. Его, если к... Я вижу, музыка затихла, да? Да. Потому что тут по... О! Да-да-да, я вижу, вижу, вижу. А что это за музыка-то, что 9 минут идет? Какая-то долгая. Или это несколько все-таки? В смысле, моя? Что? У тебя какие-то несуразные такие мысли только что были, я ничего не понял. Моя любимая, когда я играю в одиночку, я вчера два раза только сыграл в одиночку. А, да-да-да, в одиночке же доступны песни вообще абсолютно любые, которые ваши. То есть вы просто заходите в ту папку, где они находятся и открываются. И все абсолютно адаптируется. Вот мне просто было интересно эксперимент провести, русский рэп поставить, что тут будет происходить. Я сказал, хочу поставить эксперимент. Ты меня слушай. А, ну да. Это я... О, у меня уже один лям. Ах, ни хрена, мы на этой музыке очень много очков набираем. Ну, блин, 500 тоже хорошо. Ну, у меня максимальная была 1 миллион 200, так что нормально. Такой дождик золотой, немного ассоциации такие. Да, я уже вижу, что начинается. Ты сдох, ты сдох, ты сдох. Блин, ты X5. Ох, ни хрена, у меня X25 сейчас. Хотя я вчера набирал X192, насколько я помню, тебе говорил, да? Ну что-то там огромная цифра, что я очень быстро... Ну да, в любом случае. Давай, 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 надо ему эти лапы сломать. Ай-яй-яй, метеорит, метеорит, блин, бомба нужна срочно. Давай, давай, отстреливайся, отстреливайся, отстреливайся. Также вроде бы я видел там на геймпаде можно, но я, если честно, не очень представляю, как тут на геймпаде. По-моему, это будет не очень удобно. Я взорвался снова, потерял все свои... Ну, на Сеге ты как бы, скорее всего, просто летел и перед тобой появлялись. Ты из влево вправо перемещался. А здесь, видишь, здесь... Здесь бомба, 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 хватай! Не поймал. А, нет, я поймал. Так, к черту все. А я думал, я ее ударю. А, видишь, он не пишется, что он, типа, осторожно, он бессмертный, отойди назад. Так, я X весь потерял, и у меня теперь только X14. Наконец-то мы его сломали. Нет, мы его не сломали. Это... Второй! Охренеть! Ну, у нас 40 секунд осталось. Да, блин, почему он не открывается? Видишь, он стоит и бессмертный. Ну, я стою, я во второй вообще, второй через закрылся. Да вот, ну так. Вот, вот, он сейчас раскроется, по идее. Вот, 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 наконец-то, надо ему... Да он моментально закрылся. Давай, давай, вон, вон, надо добить ему лапу, да он... Он прям перед моими выстрелами закрывается, это бред. Это бред какой-то. Давай, 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 надо мансовать, мансовать, обходить. Блин, они нас... Вот боссы немного проблематичны. Да все тут проблематичны. Не, ну в принципе большой корабль не очень проблематичен, но он вас ваншотит. Опять все затихло, да? А, закончилось, да-да-да, я вижу по времени. Две секунды, две секунды. Я не сдохну под конец. Нет, 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 нет. Я все. О, мне Gold Platinum какую-то достижение. Gold Platinum? Что, нормально поставим или изи? Я тоже лапнул. Вот, вот как выглядит прокачка перков. Я, наверное, выйду, покажу, как им покупать. Ну вот, goodbye. Hey, have some extra goodies to pick up at the start. Ну, это какой-то перк, который позволяет получить какие-то плюшки в начале. Сейчас я вам выйду, покажу, как покупаются эти перки. Manage pack. Вот. Это вот они, вот они, вот они, вот они все покупаются. Вот, видимо, 1900-800 у меня денег есть. Вот они различные. Скорый бустер, спаун, мультитайпс. Вот. Это увеличивает спауны мультитайпов. Вот я... Как тут покупать? А, вот на N также я куплю, еще раз качну, и еще раз качну, и... А, уже не хватает денег. Я почти на максимум качну. Что? Мультибомба? Да, мультибомба. А, ну я не знаю, у меня... Ну я не знаю. Блин, я опять включил, чтобы индексировать. Сейчас я опять создам.
Перк на суицид. Я не знаю, я их вообще даже не читаю, что делать, просто открываю их по пути. Я думаю, тут все очень быстро откроются. Итак, я опять тебя приглашаю. Алеша Хутин Пуй. Дядя Витя, приглашу. Нормал или изи? Давай нормал. Нормал, да. Сейчас я посмотрю. А где эта песня, которую 9 минут я поставил? А, вон я ее вижу, 9.09 шла. Я вот поставлю. Я не знаю, у меня вообще на нее ничего. Это значит, в сингле я играл. Да. Я поставлю, наверное, вот 2.32. Не закончим на этом. Поехали. Но здесь, видим, вводится внизу. Почему-то, правда, баганые очень какие-то таблички. Это вообще уведомление. Я так и увидел, что ты там набрал ачивку, но оно как-то немножко проглюченное. К сожалению, не получится мне с музыкой здесь поиграть, чтобы авторский про. Хотя я попробую, на Гугле же доступно, я... Ай, да ну что я вначале-то сдох, вот мудак я. Что я хотел сказать? А, на Ютубе же есть бесплатные треки, я попробую их скачать и под них сыграть. Вы хотя бы увидите, как оно адаптируется, в принципе, хотя бы понять, каким образом. Потому что так я говорю, а вы даже музыку не слышите, поэтому вы не очень-то и поймете. Не, ну конечно вы поймете, но так будет нагляднее и интереснее посмотреть. И я бомбу подобрал. Ха-ха, неудачно. Я подобрал, у меня 4 их. А, стоп, и у тебя их 4. Да, почему как? Блин, окружили меня. Черт, мне подобрали этот бомб. Бонусы, лутаю бонусы с тебя. А я так и не очень понял, что бонус, когда громкость повышается. Сколько времени мы делаем еще ПД на раз? Ну, возможно, когда мы его хотим просто купить, вот думаем, покупать. Нет, опять музыка заглохла. Да, это Ни хрена у тебя луч бьет, убивает все к чертям. Ну, классно, вот надо его тоже купить, надо почитать, что там у меня за перки вообще есть. Потому что я их покупал, вообще вот рандомно. это вот. До перышки я понял, что это твоя, потому что они мне даже не берутся. Так, X, какой у тебя X? У меня, допустим, X62. О, что-то я вижу такую большую разницу между нами, хотя у тебя очки как-то больше почему-то, хотя у меня X. У меня 117К. Ну вот я про это же говорю. Ну у тебя, походу, ты благодаря лучу набил больше, потому что он как бы убивает все вокруг такое. У меня X80. Я понял. У меня, смотри, как перк работает, мультитай. Чем я дольше их, чем больше их беру, они периодически умножают из-за того, что я, если выживаю. Ой, я возьму все твои бонусы, ты не против, наверное. X89. Как это я не сделал? Я взял твои бонусы. У меня X89 благодаря тебе. А, даже X91. У меня уже 247К. Он только я не хочу сдохнуть. С бонусами такими, ты ж подберешь их все сразу. Мне Вот на тут... защиту работает очень ловко. Что? На перк на защиту очень ловко чем-то работает. А что за перк на защиту? Как он должен вообще работать? Меня включается только защита, когда Опять музыка заглохла, ну почему? Мы двигаемся с этим медленно. А, все, закончился уровень, 2 минуты, все. Ну вот, 496 тысяч. Ну, это я благодаря твоим перкам набрал. Точнее, твоей смерти, потому что я с тебя бонусы облутал. Ну вот, вы, в принципе, увидели такое общее ознакомление с этой игрой. Всем советую поиграть. Ну, даже если у вас... Да, ты вышел. Если у вас нету желания ее купить, то просто скачайте ее. И, в принципе, достаточно интересно в синглплеере играть. Просто ее скачиваете и играете в одиночку. Не знаю, вот это, по вашему мнению, заслуживает она покупки или нет. Всем пока, спасибо.